у каждого есть свое какое-то ценное, которое он бережет в душе и старается как-то с ним общаться без каких-то меркантильных целей. То есть вот то, что у меня и происходит. То есть для меня Москва — это не источник заработка, а это просто вот отдушина. Та форточка, через которую я дышу и набираюсь. Я заряжаюсь от той культуры, которую изучаю, которой уже нет, она умерла практически. Но это как Помпея, только современная. Это современная Помпея, это совершенно чуждая нам культура. То есть эти старые особняки остаются как бы на помойке, потому что никто их не берет дальше в жизнь. Их бросают, их все, они от них остаются клочки. А потом мы опоздали. Сейчас, когда стали этим заниматься, уже практически от Москвы ничего не осталось. Во-первых, я родился в старом районе Москвы, это вот Садово-Спасская, вот эти все переулки старые. Потом при мне ее стали ломать, то есть я ее наблюдал в 40-х и 50-х годах, еще старая Москва. Потом стали при мне ее крушить, ничего не жалея. Там несколько волнами так было. Там фестиваль 57-го года, потом, значит, подошли уже потом Олимпиада 80-го. И до этого Хрущев много очень стал разрушать старые районы Москвы. И это на глазах стало уходить, вот этот быт, какие-то даже, может быть, такие вот вещи, от которых человеку, ну, как-то жалко отказаться. Единственное, что можно, я пытался, так сказать, вместе с реставраторами или те, кто занимались охраной памятников, как-то защитить. Ну, дом Фамусова, там еще целый ряд построек, бесполезно. Сносят, и только наша энергия в пустоту уходит. Поэтому единственный вариант — это фотографировать. Я ходил перед сносом, я узнавал, какие районы сносят. И ходил там Самарские переулки, Екатерининские переулки, 1, 2, 3, Мещанская. И в других районах Москвы тоже. Или же еду, даже если на такси еду, у меня всегда фотоаппарат висит, я даже фотографировал на ходу. Вот виду дом сносит. И когда я приду к нему, я прямо из окна снимал. Мне есть из окна снят. То есть жалко, что уходит Москва, потому что о ней еще ничего не сказано. Ни реставраторами, ни людьми, которые знают старую Москву. Сейчас нас осталось двое. Академик Кирсанов в Киеве, химик, и я. Когда мне было 10 лет от роду, меня отдали в 1-й московский императрицы Екатерины II кадетский корпус за участие корпуса в юбилейном параде 1912 года. Я был награжден юбилейной медалью за 12-й год.
наш корпус был основан в 1778 году. Я другого себе не мыслил, потому что отец мой был военный, и дед-то, как я уже говорил, был военный. Другого я себе не мыслил. Кончить корпус мне не удалось, потому что произошла революция, и потом нас разогнали на вечные времена. В 24 году я работал в магазине «Военная книга» на Арбате. Заведовал магазином мой однокашник. Он предложил нам отметить годовщину корпусного праздника, который приходился на 7 ноября. Собралось 13 кадет и один офицер-воспитатель. Потом через 2,5 месяца мы были арестованы. Нам предъявили обвинение в укрывательстве контрреволюционной организации, о чем я никакого представления не имел. Вот. И получил за это 5 лет лагеря особого назначения. Кадет – это очень интересный знакомый, потому что он хранитель той культуры, которая от нас ушла. Он рассказывает, привлекает новых молодых людей, пытается их заинтересовать родословной, скажем, дворянской, потому что у нас по себе это направление очень интересное. Но в то время, так сказать, безысходности, когда ясно было, что это ничем не кончается практически, то есть советская власть крепка, дворянство свое прожило, значит, корни, которые вот доживают, должны просто умереть, и все. Но он не потерял чувство, что ли, любви к жизни, потому что он бы давно умер, если бы он потерял. Еще кого вот стоит вспомнить, был наш инспектор классов, полковник Владимир Николаевич Калтурин, который у нас преподавал историю, и, собственно, и те зерна, которые он бросал, приблизили меня к истории. И вот я начал заниматься всякими генеалогическими поисками. Я написал не статью, а написал родословные 60 генералов, участников Бородинской битвы, портреты которых имеются в военной галерее Зимнего дворца. И их родственные связи со всеми остальными участниками Бородинской битвы. Благодаря этому я вот составил такую таблицу родственных связей между знаменитыми людьми России, которая получилась у меня 14 метров длиной. Дал одному парню, а он из моего поля скрылся. Ты помнишь знамя корпусное «Любви и храбрости завет»? Все драгоценное, святое в нем сочеталось для кадет. Под ним мы выросли и стали оплотом Родины своей. В кадетском корпусе сковали мечи лихих богатырей. Хотя рассеялась по свету отважно дружная семья, но как и встать, кадет кадету, всегда товарищ и родня. После революции просто получилось, и мне кажется, просто, ну, не то, что полная каша. Ну, во-первых, огромная масса людей прибыла в Москву наживаться. Ведь известный лозунг, как это называется, «Град награбленный» или что-то в этом роде. То есть произошло что? Заселялись рабочие в аристократические квартиры. А тут, когда человек от станка, ну, какая там культура может быть? Да никакой. Даже зачатка.
То есть людям надо было все с азов объяснять, что вот это вот, скажем, стол, за которым сидел Кутузов, им было все равно. И переделаться, мне кажется, это практически невозможно. Потому что для того, чтобы это должны быть какие-то ступени достижения. Ну, возьмем нашу интеллигенцию, которая окает и акает, которую мы знаем, что они от корня, от рабочего класса. Они, конечно, делают вид, что они интеллигенция этой страны, но я не скажу, чтобы они были достаточно интеллигенты для тех квартир, в которых они живут. Ведь любая культура, она же корнями уходит глубоко, а у нас же все обрублено. Революция просто обрубила нам те прослойки, которые создавали культуру. То есть от нашего российского государства остался просто пенек с какими-то отросточками. Для меня сейчас это период жуликов. То есть вот я так всегда и говорю, период жуликов наступил, неважно на каком уровне жулик, там ранг. Если вот действительно этот период жуликов будет длиться долго, то он нам не даст то, чего мы ожидаем. То есть я боюсь только одного, как бы этот строй наш не переродился, симбиоз коммунизма с капитализмом, это будет какой-то монстр, который совершенно безжалостен к людям. Действительно, «Тайные вечери» — это, я считаю, что это этапная моя работа. Но прежде всего я хотел, конечно, показать трагедию. Трагедию личности, человека, Христа, который всего себя отдавал, ну, конкретно этим 12 апостолам и вообще шире, если говорить людям, и которые его предают. Христос как человек уже новой эпохи и апостолы, которые еще к тому времени не преобразились. И здесь есть какой-то контраст. Я пытался показать этот контраст между уже совершенным человеком и между людьми, которые еще только подходят к этому. В какой-то момент я почувствовал, что мне нужно заняться чем-то очень, какой-то найти свою существенную большую тему. И сначала это были разные темы, и какое-то современное искусство, и культура вообще, но потом я обратился к христианству. Это очень важно, потому что жизнь такая суетная, так все быстро меняется, не успеваешь закончить работу, когда она уже устаревает. А христианство — это как бы тот надежная точка отсчета, которая позволяет как-то остановиться и сориентироваться в этом мире. Я не отношусь к тем художникам, которые считают, что если я верующий, то я должен изображать только религиозные сюжеты и не отклоняться ни в сторону, никуда в сторону. Я считаю наоборот, напротив, христианство, оно вместило в себя все предыдущие направления, и дальше весь мир развивался под очень мощным воздействием христианства. И поэтому очень интересно посмотреть, как человечество нащупывало эту идею. Например, в древнегреческой мифологии, или, например, русское язычество. Оказывается, это такая глубина, которая удлиняет нашу историческую память, ну, по меньшей мере, на 3000 лет назад. Ну вот я хотел сказать, что вот если мы возьмем Андрея, его любовь к текстильному делу, его тяга к ткачеству и к индивидуальному творчеству, и, как я понял, даже незаурядный технический ум, потому что он сам создал ткацкий станок, притащил какие-то доски с помойки и сделал этот 6-метровый, да, во всю комнату станок, вот надо увидеть. Это зрелище просто. Причем человек без средств существования, то есть он ткал эти гобелены не ради продажи, а ради идеи. И вот он собирал эти драные кофты, распускал, стирал, потом это все сматывал в клубочки, и потом эти цвета вкладывал в гобелен. От работ должна исходить какая-то энергия, безусловно. Но для того, чтобы она оттуда исходила, ее надо зарядить. А для того, чтобы зарядить, это нужно очень много вложить в работу, в данную конкретную работу. И вот это фундаментальное, серьезное отношение к делу, я считаю,
наверное, могу сказать, что это мое кредо. Мне с ним невероятно интересно. Невероятно интересно жить, потому что это постоянные какие-то импульсы, обобщения, анализы. Наверное, это какая-то гармония, потому что вот этот элемент, когда мы не стараемся там накопить, что-то там еще сделать, у нас все уходит в творчество. Есть нечто вечное, оно независимо от нас и нашего пребывания. Мы можем внести туда лишь какие-то черточки. Ну вот, очевидно, и так мы как-то и живем, и оцениваем. Я думаю, что все-таки еще, наверное, на подступах, потому что серьезно я работаю только 4 года. И, конечно, еще у меня много замыслов и очень много идей. И, собственно, только мир раскрывается передо мной. Ну, в общем, это какой-то отдых от той вот давящей атмосферы, которая вокруг нас существует просто. Она существует физически. Старые дома приводят специально в такое состояние, чтобы не родившиеся в Москве, не жившие в Москве, это пришлые, которым совершенно культура Москвы или ее какие-то вот задачи сохранить абсолютно не стоит. Наоборот, стоит снести. Приходит самосвал, шаром разрушается дом, ничего рабочие не просматривают. Единственное, что рабочие берут, строители, это, ну, я думаю, они там вот находят что-то ценное. Там. Вот это они подбирают. Причем они оставляют некоторые люди до того щепетильны, что они все запирают, все там даже подметают пол, все, и камин новенький прямо стоит, обтертый у них. Приходят рабочие, разбирают и несут сразу в комиссионный магазин спекулировать. Чудаки, если брать старорусское понятие, чудаки, ну, это ближе уже к людям, которые на паперти в церкви стоят, наверное. Нормальные люди, просто они отошли от общества, вот так что ли. То есть их не устраивает, ну не то, что этот строй, а вот эта система жизни их не устраивает. Им хочется творить, им хочется быть независимыми. А ведь наша система, если ее так изучить, она... Ну, как это шестеренки за зубья хватаются, и от этого нельзя освободиться. Но у них очень яркая индивидуальность. А индивидуальность не любит такой вот принудительной системы.
Смысл здесь, название было условное, конечно. Изначально назвал машину-то штукой. Но более примитивно, если отнестись к машине времени, то она несет информацию из прошлого, из прошлой жизни каждого индивидуума в настоящее время. Эта прошлая жизнь несет информацию на сегодняшний день через знаки и дзин, книги перемен. И вся предстоящая ситуация у этого человека, она идет как бы из прошлого. Ну, здесь при создании этой машины, в любом случае, я вкладывал не просто информацию и вкладывал душу, а я как бы разговаривал с ней, создавая тот или иной элемент, фрагмент, рисунок. Я как бы разговаривал с теми героями, которые выходят, фрагментарно выходят, показывая, значит, тех или иных людей того времени. Поэтому для меня она живая, естественно. Она является именно ступенью моего творчества. Причем это, конечно, несколько смешно выглядит и слышится. Я сказал, что создавая эту машину времени, я как бы заканчиваю 9 класс. Это все условно, как бы 9 класс. И вот сейчас машина времени дала мне толчок к созданию новой работы, условно-космической балерины. Название все условное. Вот. И создание вот этой космической балерины для меня как бы окончание 10 класса. Сдача госэкзамена. Ну а дальше будет движение. Попытаюсь сдать экзамен в университет и пройти 5 курсов. Я пытаюсь всем рассказывать, что все то, что создается, во-первых, это субъективизм, в первую очередь. В вторую очередь, а может быть, и в первую, это дилетантство мое. То есть именно мое личностное мировоззрение. Я имею право только рассказывать людям, но не дай бог кого-то заставлять поверить, что это так. Истина абсолютно. Когда мне предложили выставить машину времени в определенном месте и зарабатывать на машине времени деньги, вот, я понял, что у меня наступает ситуация хаоса. То есть меня где-то покупают, я буду иметь все. Я буду иметь жилье, буду иметь машину, буду иметь дачу, я буду иметь жену, все буду иметь. Но я не буду владеть сам собой, я все продам, отдам. Я сказал нет. Я считаю это вполне правомерно быть анонимным художником. Настоящий мудрец, настоящий учитель говорит, что по-настоящему он остается в тени. Нет необходимости ему вылезать наверх, наружу. И люди появляются здесь не просто так, и не просто случайно, именно те люди, которые должны появиться. Но если явление случайности существует какое-то, допустим, то как случайно они появились, так как мы случайность понимаем, так же случайно они уходят. И те люди, которые пытаются понять меня и понимают меня на самом деле, им это настолько интересно, не абстрактно интересно, а их это цепляет, так или иначе, вот эта техника, эта духовность, эта философия, которая раскрывает перед ними, и, конечно, они становятся моими друзьями. Я не пытаюсь спорить со временем. Я пытаюсь как бы сказать, что люди, обратите внимание на время само по себе, что время не просто материальное, оно живет рядом с нами. Скорее всего, мы живем в каком-то безвременном пространстве, что часы остановились, и мы проживаем то, что вот было создано, и не знаем, куда двигаться. Та культура, которая сегодня существует, я ее не могу оценить и понять. Потому что эту культуру, культуру робототехники, именно через вот эту робототехнику мы должны пройти через, сказать, конец зимы и выйти к весне. И весна, конец этого века, начало этого века принесет новую культуру. Сейчас поднимаются новые духовные силы, которые знают, как завести эти часы, как их отреставрировать и отремонтировать. И это произойдет.